Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой немножечко поиграем в Enlist. Да, решил я немножечко поиграть. Кто-то скажет, ты же говорил, что больше не будешь играть. Вот. Просто играть сейчас мне не в чего. Я единственное, во что сейчас играю, это в Киберпанк. Что-то в другое, во что-то другое играть не особо охота. Вот, решил. Ну, а что, думаю, ладно. Запишу серийку. Серийку по Enlist, но не обычную серийку, ребят, по Enlist, а за немцев. Тут скажешь, в смысле за немцев, в смысле как-то за немцев, ты же играешь за советов, ты же всегда играешь за имбу. Знаете, как мне некоторые говорят, что ты играешь за имбу, поиграй за немцев. На стриме у меня был в те выходные стрим, или когда у меня был, я не помню. В общем, предыдущий стрим был, вот, можете зайти и глянуть, я там играл немножечко за немцев. Мне просто задолбали некоторые люди, ну, относительно недавно, так скажем, говорили про то, что... Ты играешь за советов, это имба, они самые имбовые, поиграй за немцев, пострадай, почувствуй страдания за немцев. Вот, у меня есть немцы третьего уровня в Москве, вот, третий уровень, четвертый еще не вкачанный, давайте за них, так сказать, пострадаем. У меня вот такой отряд, ничего здесь у меня нет, по сути. У них я могу еще больше солдат накидать, но я чисто не буду ничего кидать. Вот такая вот у них вооружение, вот такая, вот такое вот у них вооружение, гранат нету, ничего нету. Как видите, с гевердами, да, будут, ну, тут взрывпакет есть, аптечка, вот, у снайперов тоже дымовуха, ну, видите, да, дымовуха, здесь вообще ничего нету, здесь один МП, геверд. Вроде бы, ну, вот так вот, если на первый взгляд посмотреть, да, ну и танк, ну, пазик с двумя бедными, хотел сказать, европейцами, с двумя, ну, они европейцы, ну, да, немцы, европейцы же, вот, с немцами, с двумя бедными немцами, вот, поиграем за них, поиграем в Москве, вот, сыграем каточку, ребят, просто мне, опять же, я повторюсь, устали, ну, говорили в свое время, то, что ты играешь за советов, а не имба, поиграй за немцев, так далее, немцев нужно апать, быстрее апайте немцев, говорили некоторые игроки разработчикам, выпрашиваю у них дисбалансный класс. Ну, знаете, как есть такие ребята, к сожалению, которые хотят играть все время за самых сильных. Вот за самых сильных вот они хотят играть. И мне интересен баланс, и мне интересна атмосфера. Они просто хотят везде нагибать. Вот. Так что сейчас посмотрим, что у нас получится. Усадьба, штурм. А, здесь, наверное, ничего у нас не получится. Сейчас, наверное, каточка будет короткая. Мне нужна длинная катка. Мы сейчас будем отбиваться. Так как в игре онлайн невысокий, меня вот третьего уровня может сейчас закинуть к советам. У кого будет ППШ, там ППД, Федоров даже может быть. То есть, ну, серьезное вооружение. При том же, с нашей стороны тоже такие же ребята могут быть. Так, у меня есть инженер, давайте сделаем хотя бы одно полезное дело. Мы с тобой поставим точку. Точку респауна. Вот. Нашим пацанам поможем. То есть, по сути, мы играем сейчас с тобой за стоковый отряд третьего левела. Вообще стоковый. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Во, ППТ-27. Что это там за у советов за ППТ-27? Пойдемте посмотрим, что у нас получится. Не знаю, чем, но куда-то надо попробовать. В принципе, на... О, ППД-34. С нашей стороны МП-34. О, МП-35. Вот, посмотрим, что получится, сколько мы набьем, чего мы набьем. Вот, и увидим, а действительно ли советы такой имба-класс, как некоторые утверждают. Потому что некоторые же говорят, то, что пиздец. Блин, промахнулся. То, что пиздец же, ты что, немцы такие слабенькие, их надо быстрее апать. Вот, ну, я считаю то, что нет, я считаю то, что это просто все нытики, у которых руки из жопы растут. Даже на третьем уровне, я уверен, можно пизды давать. При желании, главное, руки из пизды вытащить, понимаете? Да-да-да, именно из пизды, ребят. Не из жопы, да-да-да, я не перепутал. Именно оттуда. Вот.
Конечно, у немцев много дисбалансного оружия. Немцы — это дисбаланс в игре. В каком плане дисбаланс у них? У них нету у большинства оружия отдачи. У советов сильная отдача, у немцев отдачи нету. Нормальный чувак там сидел на крыше у нас. Что-то я сегодня кашу. Да что я сегодня кашу-то, подождите. Не довожу, ребят. Что такое? Во. Так, пойдем на правую сторону сходим. Там нашим что-то сложно. Вот, попробуем. Разработчики упростили прокачку. Теперь больше очков намного начинаешь получать. Конечно, хотелось бы еще побольше, попроще прокачку, но... Пока так. Пока как есть, ребят. Пока как есть. Блять. А, я думал, там меня прикроют мои, но мои меня не прикрыли. Играем в один респаун. То есть это мой респаун. А, нет, смотри-ка, в два респауна. Так, попробовать ту удержать точку. Блять, очереди какие-то. Заебали меня эти очереди. Я никогда не понимал, зачем разработчики нахуй сделали эту ебаную очередь. Ну, то есть для чего эта очередь нужна? Да, блядь, да что? Блядь, что-то как-то я не пойму, то ли... Не пойму, то ли пинг, то ли чё, как-то... Все очень как-то странно, ребят. Возможно, не пинг. Возможно, просто руки у меня из жопы растут. Блядь, все время кто-то бежит, нахуй, все время мне мешается. Я, блядь, не понимаю, нахуй, у меня во многих играх в последнее время стала такая хуйня. Все время кто-то... Кто-то все время, блядь, бежит, кто-то все время, блядь, мешается. Нужна точка сбора, блядь. Блядь, ну, чувак, ну я таких, блядь, не понимаю никогда, ебаный рот. Поставь сам точку сбора. Если ты поставил точку сбора, молодец. У нас две точки сбора. Должно быть. Моя работает точка сбора. Твоя тоже, значит, две точки. В принципе, их достаточно. Вот толку они бомбят, поэтому по укрытию. Это что? Блять, ну беги, чувак, хули ты такой медленный? Нужна точка сбора, блять. Еще 10 раз, блять, нажми нахуй, скажи, что нужна точка сбора. Все так сейчас сразу поймут и поставят точку сбора. Захват зоны теперь, видите, как внизу он написан? Захват зоны X4, X5. То есть теперь происходит постепенный захват зоны. То есть тебе потихонечку начисляются очки. Великолепно, классно, здорово. Вот, они силу туда перебросили, а мы... Бля, как же здесь неудобно сделано. Ребята, меточки никто не хочет поставить этот кустик. Меточки, ребят, меточки. Меточки, ребята, меточки, пожалуйста, поставьте кто-нибудь. Ну, типа... А, это моя одна точка респауна работает. А тот чувак, который спамил про то, что нужна одна точка респауна, он хоть одну точку респауна сам поставил? Или он хуйней страдал? Как всегда. Тут просто, знаете, есть такие необъявленные, так сказать, командиры. Командиры, которые любят покомандовать, которые говорят, что нужно... делать. Да что такое-то, блять? Да что такое-то, блять? Не понимаю, подождите. Блять, не понимаю, что за хуйня. Нахуй эту дверь. Она здесь мешается, она здесь не по ГОСТу. Я ее убрал. Все двери, которые нахуй не по ГОСТу, они все нахуй сносятся. Именно нахуй и именно сносятся. Сидим, курим. Значит. А! Ибрагим мастер, то он на танке сам сидит. Со мной, блядь, про то, что точку респауна надо, и сам, блядь, сидит на танке.
Сам, блядь, сидит на танке. А, там не выгнали их оттуда? Я думал, оттуда их выгнали. А чё опять точку А-то потеряли? Вы чего? Вы же, блядь, эти. Вы же арийская. Арийская элита, блядь. Вы же арийская элита, блядь. Эх, там его прикрыли. Ну, ППД. Я что могу сделать? Я 4 уровня. Я маленький. Давайте туда пойдем, на правый сектор. Или... Не, давайте на правый сектор туда. Блять, руки бы оторвал тому, кто, блядь, так криво стоит, сука, блядь, респауна в стенку. Ты когда респаунишь, ты должен сразу бежать на респаун. То есть, ну, не на респаун, а точку. Он, блядь, куда-нибудь поставит криворукие, блядь, инженеры. Поставят куда-нибудь, блядь, в хрив, в кость, хуй разберешь. Нормально, что, блядь, долго, что ли, развернуть, нахуй? Пиздец. Поставь нормально, блядь. Нет, все через пизду как-то делают. Вот танкист у нас, блядь, сидит, этот Ибрагим, блядь. Расстреливает, красавец. Ибрагим. Ибрагим. Хорош. Это кто? Это наш. По привычке хотел уничтожить. Они видите, как пытаются? Они пытаются натиском взять сразу первую точку и вторую точку, но мы им не даем. Потому что, ну, здесь киберкотлет все-таки, волгенплей. Лучший игрок в этой игре, лучший снайпер, лучший... Все, да. Да лучше, понимаете? Блять, я привык, что здесь... Я же за советов все время играю. Привык за советов там. Вот. Привык за советов-то, смотрю, ебало советское. Наша точка сбора уничтожена. Ничего страшного. Сейчас построим еще одну. Ничего страшного. Чуть подальше. Я человек не гордый. Поставлю чуть подальше. Наши пытаются как-то разделиться, как я понимаю. Вроде бы и туда, и на ту точку, и на ту точку пытаются зайти. Блять. Что-то я сегодня кашу. Блять, да что такое-то? Что у меня, блять? Мне кажется, какая-то хуйня с этим. Блять, с моим аимом, блять. Там кто у них сидит? А, там петушок, понял. Ладно, туда не получилось почему-то за это заскочить. Там петушок сидит, я не увидел петушка. Блин, у меня нет инженера, да? Давайте попробуем за снайпера здесь отсидеть. Немножечко отсидим. При этом, знаете, я играю очень комфортно. Нужна точка сбора. Ибрагим, иди нахуй. Бери сам, блядь, ставь свою точку сбора, блядь. Сидь там, блядь, на танке, нахуй. Сидит, блядь, на танке, нахуй. Точку сбора нужна. Иди да поставь, блядь, свою точку сбора. Заебали, блядь. Все,
всеми точками сбора, блядь. Хуль ты выглядываешь? И богу, блядь. Не знаю, командиры ебаные. Ебаные командиры, ребят. То им не нравится, это им не нравится. Че, впасть не можете? Блять, боты, у них чуйка пиздец. Это кто, блять? Это бот. Это ебаный бот, короче. Он бежит, сел. Вот это вот боты. Ты на него наводишься, на бота? А он бежит, ты на него наводишься, он это чувствует, и он начинает двигаться. То есть это типа интеллект такой искусственный. То есть боты начинают двигаться только когда ты на них наводишься. То есть они это чувствуют. Так, респаун у меня там поработал хорошо, да? Так, а я что-то не понял, подожди. Строитель. Ёбаный строитель, подожди. Ну, заебись. Да что, блядь, у меня глаза нахуй на этих французов, блядь, разбегаются. Все застраивает, блядь. Строитель, блядь, все застраивает. Все застроил, блядь. Почему я, блядь, по вам... Петухи не попадаю сегодня. Не убежал никуда. Это плохо. О, блядь. Так, это свои, подожди. Туда скинем. Что такое-то, блядь? Почему я не попадаю по цели? А, ответьте мне, пожалуйста. Я не понимаю этого. Я вроде... Ну, я как всегда стреляю. То есть я стреляю как всегда. То есть... я бы не сказал, что я хуже стреляю, чем до этого там. То есть стреляю, по сути, как всегда. Но почему-то, блядь, не попадаю. Сейчас надо Д отнять. Ага, петушок туда один ушел. Один там где-то бегает. Блять. Вы хули здесь делаете, блять, тупые боты, блять. Я за вас нахуй проигрываю катку. Ну как проигрываю? Я ее не проигрываю. Потому что одному невозможно катку выиграть. Блять, неужели нахуй? Попал. О, блять, достали трофейное нахуй оружие, блять. Все вам пизда. Точка сбора моя работает. Нормально. Захват зоны пошел. Ты, я не понимаю, что-то со стрельбой, короче говоря, у меня, видимо, может пинг, может еще что-то. Но я обычно раньше так стрелял, я попадал. Блять, мужики, знаете, что еще заметил? А мужики друг друге начали застревать. То есть моделька мешает, допустим, тебе пройти.
То есть твоего союзника она мешает пройти. Она, сука, мешает пройти. Она мешает пройти, это очень плохо. То есть, такого раньше я не замечал именно за модельками, так сказать. Может, мне кажется, может, раньше такое было, но я не замечал, чтобы моделька персонажа... Да, то, что на лицо мне там садились и мешали обзору, да, это было, но чтобы вот модельки прям мешали как-то... Что-то первый раз такой, ребят. То есть, чтобы прям вот так вот на лицо садились. Так, это свои? Блять, подожгли тут все. Ёбаные поджигатели, маньяки. Пацан, там пизда. Метки даю, чтобы пацаны знали. Что здесь все прогорело? Блять, почему у него, блять, быстрее срабатывает? Не понимаю, почему его килл, блять, больше срабатывает, чем у этот. Ваншотка, блять, его. Так, эти тут все огнем, да, закрывают. Да тут я, блять, дурак, не туда смотришь. Блять, я тут один. Блять, да что такое, да блять, ебаный в рот. Пацан, надо здесь сжать, надо сжать Д. Надо сжать. Мы практически выиграли, да, если вот посмотреть на счет мы. Мы практически выиграли, но... Один, опять же, ты один, да, с учетом того, что вот у меня третий уровень прокачки. То есть, ну, я мало чего могу сделать. Падла. Ох, блин. Своих же положил. Красава. Красава, чувак, своих же, блядь, положил. Или не своих же, но я там что-то кто-то кинул, да, я видел. Ждем здесь. В принципе, Enlisted, как я уже говорил много раз, она неплохая игра, но... Сука, проблем много. Это ботики были. Мне там кажется, или там шли... А, это наш... Блять. Куда ты, блядь, стенку уперся? Нормально. Захват зоны. Пошел контент. Нормально. Пацан третьего уровня, блядь, зашел. Немцы же не имба, ребят, да? Я напоминаю, блядь, то, что играю за немцев. Немцы же не имба, да? Против ППШ бегу. Ну чё, ребят, как нам? Чё, блядь, ППШ, да? Кто там ныл, блядь, мне все время писал в комментариях? Ты попробуй за немцев поиграй против ППШ, ППШ имба. Ну чё, блядь, как я нахуй раздаю, нормально? Против ППШ-то, блядь. И ничего. Может, проблема-то, блядь, не в классе? О, пожалуйста, ну чё, ППШ, блядь, ебало, получил все и улетел. Вот вам все нахуй ППШ, блядь. Вот так вот здесь делается. Раз, просто въебало стреляешь и все. А то помню, сколько мне писали там, ой, ты чё там, немцев надо это апать. Почему должен Советский Союз все время выигрывать, блядь, руки из пизды вытащите, ребят, пожалуйста. Все, кто будет смотреть это видео и думать до сих пор, что там немцы слабенькие, ну, блядь, проблема не в немцах, проблема в вас. Чисто проблема в вас.
Единственное, в чем немцы хуевые, ну, дисбалансные, да? Это... Дисбалансные в том, что... В чем? В том, что у них оружие более точное, чем у советов. У советов не такое точное оружие. У немцев вот раз стрельнул, и все. Ага. Вон там идут. Мы хуй, мы им не даем, блядь, захватить эту последнюю точку. Вот так вот. Кто-то скажет, да, ты сыграл одну катку, иди в другие катки сыграй. Увидишь, как там. Ребят, тоже самая хуйня. Вот поверьте мне. У меня есть стрим, я вот недавно играл, стрим был. Я там играл за немцев тоже. Можете зайти посмотреть в плейлисте стримы. Найти Enlisted. Там он прям так называется. Немцы, не имба. Хотя эту серию тоже так же назову. Вот. Все, главное сейчас отбить и всю атаку. У них там заканчиваются. У них там заканчивается сила. Вот и все, ребята. Вот ваши все, блядь, советы. Дисбалансные, блядь. Когда мне некоторые говорили, о, дисбалансные. Они очень сильные. Да-да-да-да-да. Что чувак, блядь, третьего левела играет? Всем пизды дает. Ну, пожалуйста, с чем он прибежал, ребят? Давайте посмотрим. Он прибежал с АВС-36. А это какой уровень АВС-36 в Москве? Левел 20 какой-то, да? Ну, пизды он получил от меня. Вот и все. Вот вся колбаса, ребят. Вот и все. Так что кто там ныл мне? Поиграй за немцев, а то за советов. Ты играешь только за имбовых. Ба-ба-ба, иди страдай за немцев. Ну вот, видите, как страдаю, блядь. Разъебал нахуй третьего уровня. Всех, блядь, ваших советов. С этими же ППШ, пожалуйста, вот. АВС. Вот, пожалуйста, вам АВС. С АВСами чуваки 20 какого-то левела играют. Вот и все. Вот такие дела, ребят. Так что проблема не в классе. А, точнее говоря, ну, не в стороне, а в руках ваших. Все в ваших руках. Вот все. Все в ваших руках, ребята. Вот такие пироги. 21 тысячу опыт получил. Кстати говоря, без премиума. Очень много. Даже герой битвы стал, прикиньте. Ну и что мы смотрим? Чувак 4 уровня, да, у меня немцы 3-го уровня. Сколько набил? 63 килла, ребят. 37 еще инженер кидал, да? Защита, атака. Убийство при защите либо атаке 36. 63 килла. 3 уровня. У них вон, смотрите, какие, да, кто тоже играли. У них вообще вон там чуваки потом ливнули. Потому что увидели, что был геймплей, понимаете, зашел и все. Хотя у нас нету, у нас, в принципе, команды-то равные были по счету, если посмотреть, плюс-минус. Но я 3 уровня был. 63, я на первом, блядь, месте, ребят. На первом месте. Ой, немцы, говорят, слабенькие, да, блядь, ребят, слабенькие. Настолько слабенькие, что просто ужас. Давайте скорость бега, чтобы бегал быстрее. Так, что у нас здесь еще? Ресурсов для построек больше, пускай будет. Давай вот эту контузию. Давай вот это, чтобы выживать. Все равно это все на самом деле надо будет менять потом. Ручного оружия. Ну, пускай это будет. Вот такие пироги. Да. Инженеры, инженеры. Тут-ту-ту-ту-ту.
чтобы больше получить опыта. Так, что-то мне как-то много очков прям надавали, охренеть, аж сколько. Прям до хрена что-то как-то мне всяких очков давали. Вот все, ребят. Вот. Вот вам ответ. Немцы имба или не имба? Если я на третьем уровне зашел и, блядь, стал топ-1 в команде. С учетом того, что против нас играли живые игроки с ППШ, ППС, там, с чем они там играли. С АВСами и так далее. Решайте вы. Я не знаю. Я считаю, то, что кто ноет про то, что немцы слабенькие, их нужно апать, я считаю, это, ну, просто нытики. Все. У меня все. Всем до встречи, всем пока.